В 2004 году я прилетел в Америку, в штат Миссури, город Брэнсон. А в городе Брэнсоне я устроился в театр, который называется Яков Шоу, и работал там в одном русском коллективе, как танцор. В Яков Шоу мы танцевали русские национальные танцы. Но спустя пару лет я решил переехать в большой город, Цинциннати. Мне сразу понравился этот город. Он был большой, красивый и какой-то своеобразный. В Цинциннати, конечно, я отошел от своей специальности танцора и поменял на более высокооплачиваемую работу. Ну, конечно, она была сложной. Это стройка. Сначала было тяжело, потом привык и уже даже мне понравилось. Для разнообразия я нашел еще одну работу, другой специальности, не касается стройки. Я устроился в ресторан поваром и там проработал 5,5 лет с прекрасными людьми. Хозяева, кстати, ресторана были... Это была семья, это их не был семейный бизнес. Я очень рад, что отработал у них достойно. Ну, конечно, было все. И были ошибки у меня, немножко ругались, но в целом я получил очень большой опыт. Работая в ресторане, я познакомился с одним человеком, который мне предложил сходить и провериться в один театр. Этот театр только что начинал, на самом деле, собираться, готовить какие-то номера, выступления. И я с удовольствием согласился и пошел туда. Встал так, отрыгнул.
Открыл руки широко, не болтается. Тебе кик, вот. И. Ниже делай. Сейчас. Сейчас, я поспешу. Бам. Ты за ногу взялся. Сейчас выходим. Идешь. Пошли. Круг такая, вперед. Хоп, открыли. Хоп.
На самом деле Америка не для каждого. Многие мои знакомые уехали спустя по-разному. Спустя год, 3, 5, 8, 15, 20 лет. И у каждого была своя причина на это. Кто-то уехал по семейным обстоятельствам. Кто-то уехал. Просто Америка не понравилась. Кто-то уехал. Ностальгия. Да, некоторые люди едут сюда и думают, что их ждут здесь. Но на самом деле это не так. Никто тебя здесь не ждет вообще. И дорогу ты пробиваешь сам. Я благодарен моей маме и папе за то, что они мне дали жизнь и воспитали. Также благодарен дедушке и бабушке, которые внесли в меня большой вклад. Особенно бабушка направила меня правильной дорогой в будущее, в мое будущее. Пузы-пузы все тяните. Приготовились. Назад. Назад. Раз, два. И раз, и два. Да, Олежа. Олежа один правильно делает. Ребята, догоняйте. И вверх стали.
Три дни такие, когда... Ну реально, дурно становилось. Может быть, потому что ностальгия, особенно первое время. А где-то год-два очень сильно ностальгия мучает. Приходят в мысли в голову все бросить и поехать домой к своим друзьям, к своей семье. И жить как они, просто радоваться и быть вместе. И в голову всегда приходили странные вопросы. И зачем это делать, и для чего я приехал сюда? И каждый раз я отвечал сам себе на эти вопросы, убеждая, что я иду в правильном направлении. И у меня есть цели, что все хорошо. Но я знаю, от чего у меня это случалось иногда. А это из-за того, что длительное время я не видел свою семью. Ну, мы, конечно, общались по скайпу, по телефону, но этого не хватало. Хотелось как-то помочь руками, головой, поддержать где-то. Всячески. Но именно вот этот процесс самих, сам процесс получения документов очень, я бы сказал, так мягко, что долгий. Прошла подвёжка, все упали, все лежали. Ты встаешь, вот. Встаешь такая. Сюда, сюда. Потом раз увидела, руки сделала. Сделала так вот. Пошла, пошла, пошла. И легла. Ой-ой-ой-ой-ой, как только мы летим, нас и пустые дом.
Я ждал до последнего. Ждал, ждал, каждый день, каждый год. Что наконец-таки я подойду к своему почтовому ящику и найду там письмо, в котором будет грин-карта. У меня уже как бы на самом деле была первая мечта — это приехать в Америку. А сейчас, спустя 12 лет, у меня уже появилась мечта поехать в Россию. Как бы там сложно не было, я продолжал жить, работать, учиться и идти к моей главной цели. Самой главной целью и, конечно же, мечтой это было выучить английский язык и написать мою книгу обо мне и моей семье. Недавно у меня появилась еще одна цель. Это получить образование. Хотя у меня уже есть диплом хореографа, но мне захотелось попробовать себя в другой профессии, в другой специальности. И я решил пойти отучиться и получить диплом физиотерапевта. Одно время я работал сразу в двух коллективах. Также ставил танцы, репетировал. И на самом деле это было сложно, но интересно. И еще я получил огромный опыт, работая в разных коллективах.
И активная жизнь в Америке сглаживала на самом деле ожидания. Я старался погружать полностью с головой в учебу, в работу, в театр, то есть чтобы только быстрее время шло и не думал. Можно удивиться, но я закончил модельную школу. Так чисто для себя хотел попробовать пообщаться с людьми, даже получить опыт в английском. Мне всегда было интересно, как люди, именно американцы, как они думают, как они разговаривают между собой. Но больше всего я получал удовольствие в театре. Когда я приходил туда, мне казалось, что я отключался от всего мира. Я старался работать максимум, требовать столько же от танцоров и от себя полной работы. Не только головой, но и ногами, руками. Мне всегда было важно знать мнение зрителя после концерта, причем от разных людей, кому понравилось, кому не понравилось мне. И потом я уже делал выводы, над чем мне больше работать.
Меня много раз спрашивали мои знакомые, жалею я, что приехал в Америку. Но мне кажется, я уже нашел ответ на этот вопрос. Я бы больше жалел, если б я не поехал в Америку и не узнал, что такое Америка и какие люди здесь живут. Мне кажется, что в Америке живут такие же люди, как и в России, только говорят на разных языках. Thank you.
наконец пришел этот день. Я еду домой, к моим родным. 12 лет я не видел их. И самое интересное, то, что они не знают, что я еду. Ну что, поехали? Сколько трасс и дорог, сколько песен и строк, сколько лиц, сколько слов чужих. То печаль, то восторг, запад, юг и восток, но со мной запах губ твоих. Где бы я ни бывал, был то пан, то пропал, то взлетал с небес. То молчал, то кричал, но всегда был причал, на который спешил к тебе. Мой огонь, мой маяк в судьбе, я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Где нет тысячи слов, есть любовь и звезда в окне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Километры крушат, даже если душа в огне. Это же миражи, так устроена жизнь. Через стенку добро и зло. Ледяным станет трон, если твой телефон промолчит, не согрев теплом. Ответит никто, что же будет потом. Может, все превратится в дым. Только я не боюсь, потому что вернусь в мир, где примут меня любым. В мир, где можно побыть простым. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Тысячи слов, есть любовь и звезда в окне. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь домой. Километры крушат, даже если душа болит.